Так, что же, добраться до телестезической, блин, камеры. Все время никак не могу прочитать это, как оно звучит. Так, вот это, по-моему, шарик, в котором булькалась Альма. Кстати, возможно, она там до сих пор. Так, ну, никуда нам идти нельзя, кроме как на качели кататься. Отведите ее в склеп. Да, вот этот склеп. Заваренная сфера. Заваленная сфера в каком-то подземном комплексе, бог знает где. И все равно, да, она вырвалась наружу. Ее дух. Качнем качельку. Я знаю. Что? Я знаю, что. Хрен его знает, что. Я внутри. Здесь кто-то недавно был, но я пока никого не встретила. Так, Стокс. Стокс где-то рядом. Я заметил движение. Много движения. Сдерживай их, пока сможешь. Не рискуй. Если станет совсем туго, убирайся отсюда. Там мы морались или мы... Да, морались. Делаешь, как я говорю. Ни хрена! Если выживем, можешь отдать меня во трибунал. Он грузин или мексиканец? Бекет, надеюсь, ты уже близко. И еще прокачали стазис. Ух, там что-то взрывается. Еще жертва. Желающие. Раздаю свинец бесплатно. Так, сюда нам не светит. Один. Так, этот, блин, не успел. А он сюда прибежал. Опачки. По касательной. Лопнул его арбузик. Не говори со мной, как дела? Противник почти не координирует действия. Атака явно не организованная. Похоже, они идут сюда сами по себе. Их призывает Альма. Блин, что-то землетрясение, ё-моё. Хедшот. 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 И еще. Перезарядочка. Та-дам! Так, с той стороны тупик у нас. Музыка какая, прям какой-то, не знаю, Амена, Пейнкиллер или еще что-то в этом роде. Так, засек, засек, засек. Все, попал. Так. Минус. Минус. Так, а давайте глянем справа, было ли что-то. Бронька. А, нифига не было. Кроме патронов. А, подобрал такие. Да, этот уровень мне, кстати, вот это честно напоминает в игре Турок. Там как уровень, где мы перед воротами встречались с тиранозавром, а потом пробирались на комплекс. Кейн. Так, там зовут злодея. Так, а вот это Моралес, кстати, собственно говоря. Попал. Там от 50-го калибра должен быть такой звук, он, что там Альма должна переворачиваться в своем шарике.
Так, ну я немножко помню. Здесь мы будем охранять и будут лезть со всех сторон. Твою мать, Беккет! Да уж, ты у нас крутой, сукин сын! Еее, это я. Так. Вылази из своей конуры. А где Стокс? Прямо здесь. Черт! Эй, Сток! В панель попали! Ты можешь открыть дверь со своей стороны? Наверное. Ага, Стокс у нас с той стороны. О-о-о, побежали. Промахнулся, ёшкин ты кот. На вечеринку подтягиваются опоздавшие гости. Бэгги, пулемёт! Смейте! Так, пулемёт в БМП. По-моему, делал себе челлендж, такой мини-челлендж, я убивал их всех собственным оружием. Да, по-моему, даже это случайно было, по-моему, первый там раз, когда я проходил, я не провтыкал момент, что можно залезть в это БМП и стрелять. По-моему, я отбивался от них как мог. Бегал по всему этому уровню. Дабы отстрелить. У меня пуль на всех хватит! Давай, Моралес. Лежак, сука! Он что там матерится? Проголодался? Сейчас подожди, накормлю до отвала! Накормлю до отвала, пинцом! Пули вкуснее курицы, ха, стебет он уже. Шутник, однако. Шутник, говнюк! Я могу рвать вас по целый день! Твою мать, как бобры! Как чего? Как бобры? Или мне показалось? Так, опять какой-то глючок, да, как было у нас там где-то, когда мы когда в метро проваливались втроем, собственно говоря, да, тоже я за пулеметом сидел, за таким. На этом же, небось, бронетранспортере и перестали лезть эти враги, пока я не стрельнул кого-то там. О, вот, опоздавший. Готово, дверь открыта. Бенни, останься здесь, прикрой нас. Мне не нужны сюрпризы. Так точно, лейтенант. Так, открывай двери. Эй, Беккет! Удачи, друг. Да, помните, как они на нас троллили нас, мол, мы не с ихнего отряда. Первый раз, в первой миссии, когда в БМП ехали. Эпизод 7. Объединение. А вот и Стокс. Беккет, сюда! Данный генератор поля не окажет эффект, на который мы рассчитывали, учитывая последнее безумие данной из склепа. Ее уже нельзя удержать, но наверняка можно уничтожить в подходящих условиях. Да, хорошая мысля приходит опосля. Рада тебя видеть. Боялась, ты не дойдешь. Черт, я боялась, мы сюда не дойдем. Да не переживай. Мужик рядом. Я точно не знал, что случится при появлении Альмы. Надеюсь, не как в фильмах ужасов, когда враг читает твой разум и использует твои глубинные страхи против тебя. Да именно так. Что бы ни случилось, знай. Никто не смог бы сделать то, что сделал ты сегодня. Если мы выживем, то только благодаря тебе. Конечно, блин, сколько я там сот трупов положил. К твоим ногам, дорогая. Сколько рубильников, как на какой-то дамбе или атомной станции, где мы, собственно говоря, и есть почти очередной. Вперед, люк. Шлюп. Ты еще с нами, Стокс?
Здесь трехуровневый шлюз какой-то. Как только попадем внутрь, я настрою приборы так, как указано в заметках змеиного кулака. А ты давай пока включи усилитель. Давай пока включи усилитель. Супер, опять шлюз. Еще шлюз. Ну, он стоит за спиной, ё-моё. Как приклеено. Так, а как у нас шусток по имени? Кэтрин? Вероятность полномасштабной тролливали. Так. Добраться до телестезического усилителя. Так, вот этот шарик, в который мы должны сесть. Ать, давать, трить. Вот так. Если верить змеиному кулаку, через несколько минут он выйдет на полную мощность. Садись в кресло. Я закреплю ремень. И прокачай свои мозги. Офигеть. Стокс, ты дура. Она пистолет в руке держит. Что тут за демагогию разводишь? Пристрели ее, Стокс. Ты что творишь? Без Альмы у меня нет преимущества, а без преимущества нет и будущего. Какое тебе в попу преимущество нужно? Ты уже одной ногой в могиле, старуха. Город лежит в руинах, а ты печешься о своем сраном резюме. Послушай. Нет, ты слушай. Сделаем так, как сказал Хелфорд. Мы убьем эту суку. Ой, как предсказуемо. Мне жаль, что так вышло. Правда. Я не злодейка. Я убийца. Просто у меня нет выбора. Вас ждет встреча с судьбой, сержант Беккет. Не заставляйте ее ждать. А вот и Альма пришла. В чем мать родила? Ух, что-то нам. Вернись обратно. В таком виде ты мне больше нравишься. У-у-у. Так, вот наш пульт. Реактивировать телестезический усилитель. Так, ну первый раз это будет легко. Там сверху собственно. Почему я ей не нужен? Так, один. Где одеть? А, вот. Ну, ему буквально одна пуля. И он рассыпается. И он размножается. Ать! Почему ее заботишь только ты? Так, один этап. А Альма что у нас имеет в это время? Она как-то сидела так сверху. Подозрительно. Опачки, у меня бронька появилась. Так, где этот пульт? Ага, в центре. У, один, два, три, четыре, пять, шесть. Второй рычажок. Еще один. У, она моя! Схлопотали по полной. Она не твоя. Да, она нас имеет. Так, куда ломиться? Не кликабельно. Так, валим двоих. Троих, четверых. Пятерых. Да их тут так как не знаю чего. Ловите, гады, жрите.
Чё-то я не доглядел. Ладно, дубль 2. Вообще, у меня же было и броня, и вообще... Ладно, тут вроде бы конечное число. Бух. Всего лишь двое осталось. Давай! Короче, в общем, Альма кончит, и мы его пристрелим. В общем, Беккет, ты не успел. Я тебе скажу. Да, и это не звездное небо, это наш шарик. Телестезический. Сезам, откройся. Up and up. Думаете, конец? А нифига. Чё-то он открылся куда-то не туда. Она уже, видите ли, на месяце так шестом беременности. Ты будешь папой. Сержант Беккет. Вот такие дела. А папой кто будет? А смотрите третью часть Фира у нас на канале. И узнайте, кто будет папой. Ну, в общем, закончилось так немножко неожиданно. Закончилась вторая часть Fear Project Origin. Серия мне нравится. Играю с удовольствием. Следующий на очереди будет Fear 2 Reborn. То есть перерожден или возрожден. Это аддон к этой части, как вы понимаете. Так что смотрите, он уже должен быть на канале или скоро появится. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! Ooh.